здесь есть хорошая вещь, что много ролей хороших, но это же создает такую сложность, чтобы это не было растащено на солирование. Много ролей хороших обещается артистам Русского драматического театра. Нынешний приезд режиссера из Санкт-Петербурга Андрея Андреева означает, что открытие театрального сезона 27 сентября начнется с пьесы в его постановке. Это «Добрый человек» из Сычуани Бертольда Брехта, в котором открылась в свое время любимовская «Таганка». Как постановщик Андреев известен нашему зрителю по спектаклям «Мастер и Маргарита», «Кабаре», «Публике смотреть воспрещается». Остается надеяться, что, несмотря на труднейшее финансовое положение, в котором оказался сейчас театр, спектакль будет создан, и мы увидим его уже осенью.